Несколько неожиданно началась встреча московских армейцев со свердловской командой «Автомобилист». 14-я минута игры. Свердловчане имеют численное преимущество. Бросок Краева. Вы видите, счет становится 3-1 в пользу гостей. Однако неожиданности не произошло. Сначала Викулов сокращает разрыв в счете 2-3. А затем Лобанов забивает третью шайбу в ворота «Автомобилиста». Второй период проходил уже с полным преимуществом армейцев и закончился со счетом 7-4.